Да, да, да. Что? Ну давай, Андрюха, заводи патефон. Кефир, собственно говоря. Будьмо. Вот, следующее дело, собственно говоря, про охранников. Посвящается некоторым видам недобросовестной охраны, собственно говоря. У меня был такой грешок, то есть пришлось поработать. Ну его нафиг, больше я туда не хочу. Вот. Скажем так, немножко автобиографическое. Ну что, Лёх? Да, включай патефон, собственно говоря. Не ветра, не души, не ветра, не свет, а чистая честь.
Спасибо, спасибо. Вот. Ну и осталось совсем немного времени, собственно говоря. Закрывай. В декабре месяце, собственно говоря. Вот, умер. Как я считаю, мы считаем отец от канала Леми Гелмистер. Собственно говоря, светлая память. Вот. Ну и маленький ковер. Большая утрата, скажем так, для нас. Вот. Но будем надеяться, Кривбас, насколько я помню, всегда был одним из заботов Украины, как бы еще с 98-7 годов. Вот. Надеемся, так будет и дальше. Все.